Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня мы устраиваем битву между двух големов и 50 отбросов в Майнкрафте Pactivision. Собственно, битва будет довольно большая, отбросы уже готовы к бою, но, собственно, големы тоже готовы к бою. И друзья не смотрят друг на друга, и, наверное, будет просто полный жесткач. Друзья, ну что ж, 50 отбросов против всего лишь двух големов. Ставьте ставки, кто победит. Ну, друзья, наверное, победа уже очевидна. Это, наверное, будут големы, потому что они всегда побеждают. Ну что ж, смотрим. Пока что одного голема зажало, второй голем сражается с отбросом, и почему-то он очень слабо его бьет. Ладно, он его убил. Берет на себя второго. В то время как одного голема зажали по полному. Нет, друзья, я был неправ. Их зажимают, и один голем уже умер. И, собственно, второго голема тоже зажали. И что же с ним происходит? Друзья, он потихонечку... Он уже умер. Он уже умер. И, собственно, это очень печально. Что ж, теперь, друзья, настала очередь трех големов. Понимаете, что отбросы уже немного побитые. Поэтому ставьте свои ставки, кто же победит. Ну, друзья, после таких выводов я понимаю, что, наверное, все же выиграют отбросы, потому что они превосходят этих големов своим количеством. Так, они скопились в эту сторону, и третьего голема я сделать пока не могу. Ладно, пусть сражаются пока вдвоем. И, собственно, друзья, теперь создаем по-быстренькому третьего. Так, и что ж, ладно, ставьте ставки. Опять же, кто победит? Три голема, но их опять зажали. И, друзья, третий голем пытается убить отбросов. Ух ты, целая куча набросилась на него. Как же печально. Ну что ж, друзья, как понимаете, отбросы потихонечку, но верно побеждают, и големы тоже потихонечку умирают. Ладно, я такого не ждал конца, но, друзья, два голема уже умерли. И отбросы, они даже не уменьшаются по количеству. Ладно, друзья, конец закончим вот так. Немного покидаемся в них зелье лечения. И давайте умирайте. Собственно, друзья, битва была довольно эпической и непредсказуемой, потому что я не ждал такого конца. Ладно, собственно, на этом, друзья, и закончим. Можно сказать, что отбросы победили, одержали полноценную победу. Собственно, что же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.